Сработала охранно-пожарная сигнализация. Всем, находящимся в здании, срочно покинуть свое помещение через запасные и аварийно-спасательные выходы. Учебная тревога. По легенде, пожар в холодильном цехе пищеблока. Малыши сосредоточенно выполняют все просьбы воспитателей. Натягивают шапки, куртки, в колонну, шагают на улицу. Без паники и слез. Для них своя легенда. Увидеть Карлсона на крыше или отыскать клад, который оставили пираты во дворе садика. В форме игры воспитатели прорабатывают эвакуацию с малышами до 5 лет. Со старшими дело обстоит по-другому. Конечно, уже это не игровая ситуация, это уже тренировочная ситуация. А у них ежемесячно проходят занятия по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, антитеррора. Поэтому старшие дошкольники готовы к этому. Они точно знают, что мы никого не ищем, мы эвакуируемся. Вот и педагогический состав в сказки тоже не верит. На эвакуацию отводится не более 10 минут. Потом помещение становится опасным для жизни. Поэтому каждый проходит обязательный инструктаж. Четко знает план эвакуации, места внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, способы введения их в действие. Задача учений – обучить самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. Управлением образования также проводятся и показательные тренировки по эвакуации с привлечением заинтересованных служб и пожарные службы, и отдела надзорной деятельности. На этот раз детский сад номер 68 получил оценку удовлетворительно. В норматив уложились. Эвакуировано 350 детей. Всего же по округу навыки оперативного реагирования отработали более 80 дошкольных образовательных учреждений. Следующая областная тренировка уже через 3 месяца. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».